Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Вадим, агент с недвижимости «Золотое кольцо». Благополучие. Вашему вниманию предлагается земельный участок 8,5 соток в садовом товариществе «Солнечный», Александровский район, Владимирская область, рядом с городом Карабаново, деревня Степково. Участок 8,5 соток, ровный, сухой, квадратной формы. То есть по границам, значит, участка установлены железные столбы, сделан фасад участка из кованого забора и заезд. Сейчас мы с вами это увидим. Значит, с одной стороны железные столбы и сетка рабица, с двух, с других сторон установлены просто железные столбы. Электричество подключено. Вот, ваше внимание, столб. На нем установлен счетчик, относящийся к этому участку, и протянут СИП с розеточкой. Выделено, если я не ошибаюсь, тут 10 киловатт. Вот на участке находится куча с гравием. Значит, что еще тут? Один пролет забора кованого. Участок зарос, давно не использовался. Зарос молодыми дикими деревцами. Ну, немного тут, немного, то есть это не так страшно, если бы это были большие деревья. Вот, ваше внимание, в продаже такой участок. От МКАД по Ярославскому шоссе, это у нас 115 километров, по Щелковскому где-то 120-130. Вот въездная группа, пожалуйста. Кованый забор хороший такой. И это не ворота, это просто въезд, заезд сделан для красоты. СНТ «Солнечный» отличается от других СНТ следующими моментами. Находится в окружении лесного массива. Лес тут повсеместно смешанный. Сосны, березы, ели. Почва песчаная в основном. Значит, в шаговой доступности пруд. Вот здесь вот буквально и лес. Стоимость данного участка 250 тысяч рублей. Участок 8,5 соток в садовом товариществе «Солнечный», рядом с деревнями Степково, городом Карабаново, огорожен по периметру, значит, с одной стороны по фасаду кованым забором, с другой стороны, с левой стороны, если фронтально смотрим, железными столбами сетка рабица, и сзади и с правой стороны большими железными столбами. Электричество подключено вот на столбе, ваше внимание. Вот, ваше внимание, лесное озеро, дамы и господа, которое находится в метрах 150 от участка. И кругом лес, лес, кругом лес. Подъезд до участка, прекрасная дорога внутрисадовая. Ну и тут метров 25, сейчас не очень дорожка. Ну и небольшой видеообзор самого садового товарищества. СНТ «Солнечный», рядом с деревней Степково, городом Карабаново, 115 километров от МКАД по Ярославскому шоссе или 120-130 по Щелковскому. Со всех сторон окружен лесным массивом, многие садоводы проживают круглогодично. Город деревни Степково в шаговой доступности и город Карабаново также в шаговой доступности. Водоемов тут предостаточно. В деревне Степково речка, да ее и хватит. Ну и так пруды разные.